Всем доброе утро, девочки и мальчики. Хочу приготовить индийские лепешки. Этот рецепт очень легкий, очень быстро готовится. Ну, в основном готовила я в выходной день, когда была дома. Можно эти лепешки наполнять чем захотите, можно просто так кушать. Сейчас покажу рецептик. Вот такие должны получиться лепешечки. Их должно быть 8 штучек. Тесто я буду замешивать в термомиксе. Ну, беру вот с такой вот книжки. Это когда я термомикс покупала, такие книжки можно было бы у них купить. Но это как для пробы у них. Поначалу, когда берешь термомикс, несколько штук тебе присылают для пробы. Ну, а потом, если тебя все устраивает, каждый месяц тогда приходит такая книжечка, просто платишь там определенную сумму. Это как выписывает журнал, да, газету, как подписка получается. Я уже подготовила продукты. Нам надо мука 250 грамм, пол ложки чайной соды. Ну, это я уже сюда отправила. Надо 30 грамм подсолнечного масла. Ну, у меня будет оливковое. Чуть-чуть, конечно, больше. И 130 грамм воды. Теперь нам надо это все смешать. Поставим на 1 минуту, на 30 секунд. Тесто у меня уже приготовилось. Вот такое вот оно. В общем, надо его выбрать с машины и оставить где-то примерно на 10 минут. Вот такое тесто получилось. Оно очень мягенькое. Мне нужно будет его поделить на 8 частей. Я включила вот такую свою сковородку. Хочу попробовать на этой блиннице. Ну, раньше я делала на обычной сковородке. Я уже раскатала. Ну, примерно оно вот так должно выглядеть. Где-то 20 сантиметров должно быть по окружности. Сковородка моя уже нагрелась. Ну вот мой первый блинчик. Сильно не надо зажаривать. Примерно вот так, как на рисунке. Я обычно, если делала этот рецепт, я делала выходной день, когда вся семья была в сборе, да. Сначала я делала, резала огурец, капусту, лук. Ну, в общем, все так нарезала в чашечке, да, колбаску. А можно даже обжарить курицу, приготовить заранее. Ну и потом, когда эти лепешечки уже готовы, уже есть начинка, и можно, в принципе, заворачивать. Класть любую начинку, кому что нравится. Кто с кетчупом, кто с майонезом себе делал. Вот. Но это очень вкусно. Захотите, попробуйте. Я думаю, что вам понравится. Покажу свои лепешки. Это у меня влажное полотенце. Накрываю я эти блинчики прям сразу, чтобы они были горячие. Ну и в то же время, если не накроете, они не будут вот так гнуться. Они просто подсохнут. Слишком долго не держите на сковородке. Наполнение может быть всякое разное. Все зависит от вас, от ваших продуктов. Ну вот я приготовила, корейская морковка у меня есть. Я могу себе сделать две этих лепешки, сварить себе кофе. Ну вот такой будет у меня завтрак. Ну вот, в принципе, и все.
Всем вам хорошего дня, хорошего настроения и всем пока!